лице этих супер-баскетболистов из клубов Лос-Анджелес Лейкерс и Сиэтл Суперсоникс. В городе Сиэтл бросок, посмотрим, что определят. Да, Коби Брайант наказан фолом, все. А у Лейкерс интересное сочетание, не так часто Фил Джексон к нему прибегает. Ну и вот в этом составе Коби Брайант, Виталия Потапенко, но вот малыш по баскетбольным меркам, Рональд Мюррей. Ну хотя, конечно, не малыш, все это стереотип какой-то. Нормальный рост вполне у Рональда Мюррея. А то и бросок метров с трех. Как борется Хорас Грант без мяча за позицию на границе трехсекундной зоны. А теперь грамотно освобождает Брайанту оперативный простор для... Один из Льюис за счет броска обыграл Девена Джорджа. Коби Брайант делает скидку на Пейтона. И у Берри была возможность бросить, он этого делать не стал. Выводит хозяев площадки вперед. Несмотря на сопротивление все того же Потапенко, Брайант на этот раз... Брента Берри, он выпрыгивает. Тем не менее, хватает доли секунды этому защитнику для того, чтобы очень результативный баскетбол. Медведенко, Финн, проход. Коби Брайант против Рэя Аллена 1-1. Грамотно Рэй Аллен сыграл. Не сфалил сейчас на Брайанте, но Коби защитника и 6 очков преимущества его команды. Брайан заслон от Медведенко. Проход в середину трехсекундной зоны. Очень своевременная скидка. Сок уже последний бросок Брайанта в третьей четверти, цели не достиг. 86-82. Все-таки 2 очка я он оказался. На этот раз судьи зафиксировали фол. В NBA, так вот, у Коби Брайанта отец играл в Национальной баскетбольной ассоциации. Джелли Берников. Да, именно это и делает сейчас Ричи Фрам. Пытается бороться и борется за получение мяча с Коби Брайантом. Последний его все-таки получает. И обыграв сразу двоих. Финальный фол. А мы смотрим блестящий проход Коби. Конечно, приятных эмоций. Нет, это был Реджи Эванс с мячом и не заметил, как мяч из рук. Плотно с Алленом играют. Рэй делает передачу назад на Берри неточно. Брайант разгоняется. Бесхитростно, уж очень он сыграл. Просто врезался в Берри. Те своих подопечных. А мы смотрим повтор этого момента. Гэри Пейтон, Коби Брайант и Хорас Грант на площадке появился в составе Лейкерс. Брайант не смог выбросить мяч. 5 секунд на атаку. Бросок одной рукой. Фантастика. Ну что, разозлил. Люк Уолтон и Карим Раш на скамейке запасных у Лейкерс находились. Пейтон забивает этот мяч, который он 9 раз принимал участие в матчах всех звезд. И город, которому он очень многим обязан, где родились 2 его сына, Рэя Аллена нарушить правила. Говорит на итальянском языке свободно. Чиков. Гэри был простым, обычным парнем, таким же, как и они все. Очень часто можно было увидеть его либо в магазине, либо подельщиком. И вот по мнению одного из них, он часто видел Гэри Пейтона сидящим в бар. Очень важная атака. Ну что, Гэри Пейтон будет ее завершать? Стоя приветствуют болельщики успех своей команды Коби Брайант. Кто бы мог подумать, что он сейчас в такой ситуации решится на...
решать атаку в такие моменты. Против Брайана Рассела трехочковый бросок забивает Рэй Аллен. 109-106, преимущество Сиэтла, 3 очка. Время на 2 атаки. Ну что Лейкерс будут делать? Рассел на Брайанта, тот против Рэя Аллена. Будет проходить кольцу. Нет, трехочковый бросок. Фантастика! Кто бы мог подумать, Коби Брайант, 2 подряд трехочковых броска. Нейт Макмиллан. А мы смотрим повтор этого прекрасного момента. На атаку Коби Брайант. Нет, не Коби получает мяч, а Хорас Грант. Передача на Брайанта. Нет, мажет Коби Брайант. Времени больше нет.